И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival. Все так же на фьордах, и сегодня мы пойдем за артефактом иммунитета. Но для начала мне бы хотелось немножечко показать то, что я не показал в какой-то пещере. Скайлорда. Вот скрытый за камнем дроп, и получается этот... скрытый проход. Туда сейчас сходим, и я покажу. Ну, заодно сгоняем за артефактами. Я тут уже еще раз гонял, их подлутал. То есть у меня сейчас те, которые уже залутаны, их по два. То есть мне еще пора туда сходить, и все будет достаточно силы. Ну что, я выкидывать его, что ли, буду? Раз четвертый раз залутал его. Ну вот, в общем, пока что все нормально. Но, так сказать, проблему немножко доставило то, что я в некоторых местах не поставил телепорты прямо около артефакта. Ну, то есть пришлось заморочиться. Пару раз угрохнулся там в яму, короче. Ох, красота была. Вот. Пару раз. Племянник. Так. Да, вот получается. Вот раз, вот два. Это я тестил ястребка. Ладно, погнали в Скайлорду, а потом к иммунитету. Вот, к примеру, проход, и здесь какой-то красный свет появился. То есть до этого его не было. Даже я сейчас летал, и этого красного света не было. И бах, красный свет появился. Такая вот приколюха. И... так, это не это, ну хоть какая разница. Не, нифига, разница есть. Так. И вот, пожалуйста, красный артефакт. До этого красного свечения здесь не было, но вот он здесь есть. Скрытый проход. Ну и скрытый проход, собственно, вот желтый контейнер, вот там артефакт. Здесь вот площадка, я уже не помню, что здесь было. То есть вот маленькая построечка. Смотрим над ней вверх. И вот на этот самый кендрик. Тоже как бы тупил очень долго. Но здесь вот синие гемы у нас есть. И руна. Руна, очередная на руна. То есть это, если вы хотите собрать все руны, то тут как бы без вариантов сюда проход обязательно. Вот, синие самоцветы в большом количестве. Очень-очень сильно тупил вот в этом месте. То есть, если бы подсказки были бы про руины, я бы сразу же догадался, где это, что это, как это. Ну, блин, там руины, ничего не знаю. Там маленькие руинки, по сути, вот они и есть обозначение того, где, что, как. Ну, то есть, как бы, очень много здесь синих самоцветов. Прям, даже если они вам нафиг не нужны, то их здесь очень много. Ну, а теперь погнали в пещеру иммунитета. Ну, артефакт иммунитета. Вход в пещеру, конечно, ну красивый. Тут не поспоришь. Лау, все дела, обтекает, но так аккуратненько. Пошел нафиг отсюда. Так аккуратненько обтекает проход и не, так сказать, не задевает самой двери. Так, но, естественно, нужно поставить телепорт. Так, и... оп. Я не знаю, почему 10 тысяч, возможно, потому что у нее все тело — это голова. Так, переименовать. Вход и... иммунитет. Вот думаю, на десмоде или все-таки на мешанник. О, да нет, у меня же есть... чувак! Блин, сейчас увидел такой и задумался. Не, он большой слишком. Он слишком большой. Так, ты горцу домой. Погнали. Ху-ху. Так, в танке, короче. Класс.
Вот если хочешь себе пушку, которая не перезаряжается. Это оно. Но они же такие же жирные, просто ужас. Ё-моё, 72 по хп. А я что-то это... Так, надо, короче, прикричать уже в из кабины смотреть. Ой-ой-ой-ой. О, да тут у вас, смотрю, жарко. Да, в прямом смысле слова, тут жарко. Не, мне просто прикал вот стрелять из пулемета. Я прям с этого кайфую. Как тут жарко. Ну, в смысле, прям реально вот на вид такой и прям припекает. Так, стоп. Вырубаем. Естественно, мочить вот так намного легче. Поэтому погнали. Кстати, вот раз в Эндерсархе человек, то есть игрок, он как бы исчезает. А вопрос, а есть еще какие-то динусы, в котором вот точно так же? Или нет? На тебя, копытами по мордасам. Всех раздербанил нафиг. О! Руна! Ты прям вовремя. Еще подумал, надо было в ледяной пещере рунку брать Эндрюком, но... Вселенная мне сказала, не спеши, вот тебе руна. Так, надо пополнить. А то я что-то их подрастратил чутка. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Пил. И я что-то патронов потратил, уже 300 потратил, пока я сюда зашел. Ну, здесь я фанюсь, так что почему бы нет. Но это прям очень не... Прям... Я бы так сказал, слишком неправильный расход патронов у меня. Ёпрсте, вы что ж такие твари-то все на меня нападаете? Это в большом таком количестве. Так, надо гамму-то убрать. Нифига себе. Так ослепнуть можно. В смысле, все что? Ёб твою ж за ногу, господи, прости, это вся пещера. Ну вы серьезно? Ну блин. Ну, не, я не против, конечно, то, что меньше вот этой возни, заморочек и так далее, вот всем. Ну блин! О, стоять. Я понимаю, если думаю, ну все, ща будет, короче, веселуха, а тут. Ну ладно. Не достает. А тут, короче, облом. Ну, с другой стороны. Пофигу. Быстрее все пройдет, быстрее все пройдет, быстрее все пройдет. Оп. Так. Переименовать. Арт и иммунитет. Да. Ну что, блин, мне сказать на это все дело? Надо с мода вызывать. Осматривать пещеру. На... Так, не, погоди, ты у меня там на нейтралке стоишь? Ну, у меня базу охраняет. Поэтому лучше тебя вот так вот. А то сейчас кто-нибудь тебя сагрится, и ты в лаву еще улькнешься. Ну, зачем мне это надо? Ну, давай смотреть, что тут у нас вообще есть. Но я что-то не вижу. Ага, во, вижу, вижу, вижу. Классно, классно. Я на это рассчитывал. Все-таки это лавовая пещера. Тем более, писали, писали, я помню. Писали про то, что в лавовой пещере есть вот это вот добро. Это добро, это хорошо. Это больше элемента. Ну и по классике каждая такая пещера сопровождается трупом. А, в данном случае скелетом. Так, а если у нас тут еще что-нибудь? Ой-ой-ой, нифига ты разогнался. О, рунка. Давай. Хотя давай Эндрика возьмем. Хоп, хоп. Эндрюсарх. О, точно, Эндрю. Понятно, почему Андрей. Что-то я это. Эндрюша. Во-первых,
Хруша Андрюша, да? А во-вторых, Эндрю... Ну, Андрей, Эндрю, это понятно. Так. Уже неплохо. Что еще здесь есть интересного в этой пещерке? О, отлично, еще местечко. Тут прям довольно-таки неплохо. Надо сгонять еще в другую пещеру. Ох, тут жирная собака. Надо будет сгонять еще в другую пещеру. Тоже лаву, если не ошибаюсь. И там посмотреть. Может, там просто есть жалюзи. Ну, то есть, это простая пещера. Может, там тоже есть жалюзи элемента. Элемента. Не, конечно, это несравнимо с генезисом первым. В плане добычи элемента. Ну, вот с таких кристаллов, я имею в виду. Это несравнимо с генезисом вторым, где там просто у тебя в определенный момент появляется столько элемента, что ты просто думаешь, а куда мне его столько? Вот, так что, ну, конечно, это все очень несравнимо. Но хорошо, что он есть. И в таком количестве. То есть я могу, не прибегая к помощи всякого говна в виде телепортации на другие карты и создание элемента как на Аберранте, то есть через терминал. То есть я уже добываю, вот, ну, по-нормальному, короче, он добываю. Можно и так сказать. Сколько? 5600. Ну, уже неплохо. Что у нас тут еще есть? Ну, а там уже получается, да, там просто тупо проход в это, ну... В общем, вот это вся пещера. То есть, по сути, это кишка. О, артефакт заспавнился уже. Классно. Ладно, потом сгоняю его золото. Сейчас туда-сюда телепортироваться неохота. Погнали в другую пещеру. Уи, ну, реально, кишка. Просто пещера-кишка. По-другому ее не назвать. То есть, ты хоп, и уже вылетел. А, не, все-таки прогружается. Я хотел сказать, думаю, нифига себе, пещера не прогружается, в нее может просто так попасть, а? Хрен с два. Так, а где вход? Я что, помню, что ли, вход? Ха. Смех смехом, но вот на эта пещера. Я задумался о том, где вход в пещеру. Над пещерой. О, добрый вечер. О-моё, как тут жарко у вас. Вот тут реально жарко. Ой, да ладно тебе вот это. Че ты вот это начинаешь-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не, не хочу с вами воевать, идите нафиг. Остались вы мне больно. О, еще рунка. А вот теперь без шутеек. Воу! Добрый вечер! А вот теперь реально без шутеек. Вот вспоминаем пещеру иммунитета. Вспомнили, да? И вспоминаем, и смотрим на вот эту пещеру. Какая пещера более подходит для артефакта? Это или та? По-моему, вопрос риторический. Логично, что вот это. То есть вот это прям ощущается как пещера для артефакта. Залазишь в каньон, пробегаешь мимо магмозавров, големов, бежишь далеко, долго. Вот она, пещера, идеальная для артефакта. Но говно. Нет, это, конечно же, пещера не для артефакта. Это пещера для черного жемчуга. Ну, короче, для ресурсов. Охренно просто. Ну, а с другой стороны, да, типа... Здорово. Жирный. Жирный, просыпайся. Ты чё, обратил, что ли? О! Думаю, я в тебе застрял. Люблю я хагрить просто. С другой стороны, да, то есть мы бы здесь не смогли лутаться всякими этими... Ну, то есть, там и диносов и так далее. То есть, они бы тогда посчитали себя диносами пещерными, а пещерных диносов уже не притомить. Как бы непонятно. Да, урон качаю. Скоро же новая карта. Скоро же новая карта. Как скоро? Мне еще два артефакта нужно залутать, три босса завалить. И эндгейм. А эндгейм, я думаю, растянется как вариант на две серии. Хотя с моей гигой... Он, как вариант, растянется на одну серию. Прям она слишком жесткая, чтобы растягивать это. Прям она прям еще и с этим седлом прям вообще огонь. Я вообще ищу элемент. Здесь вообще есть элемент. Кристаллы вижу. Металл вижу. Черный жемчуг вижу.
А, вот элемент вижу. Отлично, спасибо, я мимо него пролетел просто. Да слушай, неплохо, неплохо, неплохо. Нэй, кто на меня агриться будет? Знаю, все будут агриться. Козлы, потому что... Какая сволочь стреляла? Хорош! Вы что дурные творите? Не, конечно, смешно, как, допустим, с голема он бы добыл бы протухшее мясо. С голема добыл бы протухшее мясо. Где голем? Где голем? Я хочу этот абсурд увидеть. Голем! О! Это ты? Нет, это металл. Кстати, металл бы добыть. Блин, походу дело придется мне по этой пещере за кадром. О, добрый вечер, яйца. Вот он, голем. Вот он, голем. Ой, мать твою. И это всего лишь 20 левел, да? Ах ты, скотина! Запульнул таки в меня. Где обещанная сера? Ну ладно, шучу. Так. Так, чтобы он не откидывал, сделаем вот так. Встаем сюда. Даже можно вот так вот вообще приземлиться. В смысле? А чё по тебе так мало урона? Фиг там всаживает, скотина. Жирная! Какая сволочь стреляла там? А, вот ты какая сволочь, тут еще стреляется по мне. Вот козлы. Двое на одного. Кстати, весь абсурд уже начинается сейчас, когда я с X горный элементаль, а в данном случае лавовый горный элементаль, я добываю пакеты крови. Обожаю этот абсурд и условности. Но, смотри, 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 сейчас с него добудем мясо, протухшее мясо и пакеты крови. Эх, обожаю эту абсурдность. Ну, а что поделаешь? Абсурдность, она такая. Ну, тебе давай на всякий случай похиляем. Ты, конечно, сам можешь похиляться, но лучше, лучше я сам. Так. Пиу. Дэм. Красота. Так. У меня этот скоро нужно починить будет. Буревич у меня скоро сдохнет. Ну, тут вот туда, вот туда, туда. Вот тут мы уже добываем элемент, так элемент добываем. Был раньше в эту пещеру идти. Чуть ли не в одну из первых. Эх, бур, отводишь ты меня? Где? Ах ты серьезно, да? Под текстурами, да? Ну, конечно, козлы. Так, давай попробуем вернуться домой. Я прибыл на базу и смотрю, нет артефакта. Я что, реально не додумался артефакт залутать? Поэтому он там стоял не залутан, да? Вот это я тупить. Хорошо, что на базу вернулся. Решил сбросить артефакт, смотрю, артефакта нету. Бляха-муха. Да я его не вижу. Его реально нету. Нету же? Да нету. Просто под текстурами здесь очень много всего. Сразу говорю, прям очень много всего. То есть вот стоит гнездо, и здесь под текстурами... Ну вот, она торчит немножечко. То есть здесь практически весь ресурс, который на этом споте, он находится под вот этим гнездом. То есть гнезда нужно зачищать прям без вариантов. Я фиг знает, как гнезда спавнятся. Вот, но как вариант, они установили все типа сначала это, где ресурсы будут спавниться, а потом, ну, возможно, как эти... как хатки карбонемисов. Возможно, они также появляются. То есть, где захотели, там появились. Возможно.
Это я как бы не говорю, что именно так, но это только возможно. Потому что, ну как, вот, вот просто на этом всем споте все ресурсы находятся под текстурой. Ей! Клево! Да уж. Вот, как бы 2000 осколков, это не считая того, сколько я до этого залутал уже там. То есть, как бы, довольно-таки не кисло. Кстати, вот. Не, это металл. Просто показалось, как будто я в что-то наступил. Думаю, вроде в лаву не должен был наступать. Это вообще не хочет добываться. Но это металл все, по идее, должен быть. Ну, обычный камень. Ну и в итоге немножко там побегав. Не забудем о том, сколько я осколков еще сбросил до этого. Вот. Довольно-таки неплохо. Сбрасываю богомола, потому что... Ну, потому что. Потому что он над это всегда у меня рассчитанный. Но хотя вот что-то сейчас перебор. В общем, и элемента пофармили, и, наконец-то, артефакт иммунитета появился у меня все-таки. Потом еще пару раз сгоняю, добуду нужный артефакт, и нужное количество артефактов, и уже... можно будет переносить их в призыв боссов. Тоже там нужно будет 3 захода делать на каждый терминал, потому что артефакты только по одному лутаются. Да, там можно выдру потомить, вроде бы выдру. Раньше, по крайней мере, можно было скидывать артефакт, но нафиг заморачиваться. Когда есть телепорты, то с этим заморачиваться нет смысла. Вот. В общем, пещера иммунитета... Артефакт иммунитета, конечно, удобно тем, что ты ее попа быстренько залутал и все, и не заморачиваешься. А вот пещера с элементом, это как бы она обширная и так далее. Но выглядит немножечко халтурненько в том плане, что вот вспомни, да, в оригинальных не в DLC какие там пещеры. И тут. Типа, короче, да. Диссонанс в голове появляется. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Ну, это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.